Внедрение этой системы, оно позволяет не только повысить надежность коммунальных сетей, но также позволяет сократить затраты на содержание и развитие коммунальных сетей. И все это инфокомплекс «Умная ЖКХ». Система уже внедрена в Тюмени, помогает выбрать более экономичный и технологичный подход к делу. Это одно из решений компании «Эриксон» смотрит далеко в будущее. Мы надеемся, что в конечном итоге такого рода системы для умных городов будут способствовать сдерживанию роста стоимости услуг ЖКХ. Но для этого нужно, чтобы города поумнели, этим как раз и будут заниматься в новом центре. Высокотехнологичные решения в сельском хозяйстве, в организации безопасности, в промышленности и управлении транспортом. Система видеоанализа, предлагаемая компанией МТС, помогает собрать всю информацию о человеке. То, что видеоаналитика или так называемое машинное зрение сегодня уже обыденность, мы опять увидели здесь. Например, видеокамера сейчас считывает мой пол, возраст и эмоции. Например, я улыбаюсь. Угу. Злюсь. И я удивлена. Потянуть свою IQ уже согласились Арский район и Альметьевск. Сегодня они подписали соглашение с МТС о развитии технологий и сервисов умного города. О том, как это будет работать, говорили позже. В том числе и о том, каковы перспективы инновационного центра и как они планируют распространить опыт по всей стране. Четвертая промышленная революция ставит перед нами большие вызовы. Мы определили кластер умной экономики как один из ключевых стратегий развития республики до 2030 года. В первом вновь построенном в России городе Иннополисе мы создаем инфраструктуру мирового уровня. Leading in 5G, like we've done in... Очень важно стать лидерами в 5G, как мы это сделали с 3G. Ведь 5G – это уже не просто популярное слово, это реальность. И МТС, как один из лидеров телекоммуникационного рынка и рынка ИТ, в стране активно инвестируют в направление развития цифровизации. В новом центре уже есть первые партнеры. Это КАМАЗ. Соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотного транспорта и промышленного интернета вещей подписали сегодня. Альбина Аслагараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Иннополис.